Медоед – это безбашенное и очень агрессивное животное. Он ничего и никого не боится. Привет, сейчас мы увидим битву этого бесстрашного животного. Перед началом поставь свой лайк и подпишись на канал, чтобы видео выходили чаще. Приятного просмотра! Давайте сначала посмотрим, почему это вообще безбашенное животное, а потом уже перейдем к битвам. Ему все равно на кого нападать, он ничего не боится. А когда он голоден, он сделает все, чтобы найти себе еду. Даже эта кобра уже залезла на дерево, чтобы спастись от него. Но это ей не поможет. Медоед залезает на дерево и хватает кобру и уходит, как ни в чем не бывало. Переходим к битвам. Медоед против змеи. Медоед заметил змею и уверенной походкой идет к ней. Змея уже готова к битве и первая нападает и кусает медоеда. Но медоеду все равно, он хватает ее, а змея наносит свои укусы. Медоед своей пастью кусает змею, и он действует аккуратно. Змея видит, что медоед сильнее и уползает, но он не упустит такой шанс полакомиться. Он догоняет ее и хватает. Все, игры закончились, он поедает змею живьем. Медоед против львов. Здесь находится 6 львов, 2 взрослых самки и 4 подросших льва. Двое медоеда увидели львов и направляются к ним. Только представьте, 6 львов против 2 медоедов. Вот что значит бесстрашное животное. 2 взрослых львиц заметили медоеда и уходят, а 4 неопытных львов направляются прямо к медоедам. Они нападают, но львы не стоят без дела, атакуют своими лапами. И львицы увидели, что 4 льва не справляются с 2 медоедами. Они пришли на помощь. Она схватила его своими острыми клыками, но медоед не промах, он кусает львицу за морду, серьезно ранив ее. Медоеды просто уходят, и ему удалось справиться со львами. Медоед против питона. Питон своим телом зажал медоеда и давит его. Вроде кажется, что питон одержал победу, но медоед выбрался и на помощь пришел шакал. Питон чуть не укусил его. Он своими острыми зубами хватает и тащит питона. Пришел еще один шакал, и теперь они втроем хотят справиться с питоном. Но медоед показывает, кто здесь главный, и отпугивает шакалов от своей добычи. Питон уже мертв, и теперь медоед прогоняет шакалов от его добычи. В итоге он затаскивает питона к себе, а шакалы остались без еды. Медоед против леопарда. Леопард напал на одного медоеда и уже начинает приступать к трапезе. Как вдруг другой медоед бежит изо всех сил к леопарду. Леопард резко начинает убегать, и медоед победил. Видео подходит к концу. Если вам понравился данный ролик, то поставь лайк, подпишись на канал и напиши в комментариях, про кого делать следующее видео. Всем удачи и пока!